Абхазия присоединилась к российским санкциям против Турции. Республика уже отказалась от аренды турецких судов для рыбной ловли, а в ближайшие дни правительство подготовит список других ограничительных мер. Как ожидается, будет сокращен импорт некоторых товаров, а также введен запрет на участие турецких организаций в проектах госзаказа Абхазии. На такой шаг власти пошли в рамках договора о сотрудничестве с нашей страной. После ноябрьского инцидента с российским бомбардировщиком, сбитым турецкими военными в небе над Сирией, Москва ввела санкции против Анкары. В частности, запретила продажу турпутевок в Турцию, импорт оттуда овощей, фруктов и мяса.